Так, это так. В этом году как бы заканчиваются гарантийные обязательства, поэтому мы сегодня рассмотрим, уже специалисты будут принимать решение дальше, как будем ставить как бы свои вопросы. Но на сегодняшний день уже начат ямочный ремонт, здесь ямочный ремонт выполнен, видим-то, но по идее-то, конечно, дорога немножко как бы нас не устраивает в этом направлении. Будем принимать отдельное решение. В последующем мы пройдем на дорогу, проезд медицинский, тоже в 2018 году был сделан ремонт. Ну, в прошлом году, помните, были нарекания на этот участок. И сейчас посмотрим, в каком состоянии дорога. Кроме дорог, здесь у нас выполнены пешеходы, зона, тротуары, пешеходки. Тут по тротуарам как бы больших нареканий нет. А в машины для погрузки ТКО и на самом деле проваривает. Здесь получается в каком плане? Итак, если правильно понимаете, этот бордюр старого покрытия бетонного, здесь сделали расширение проезжей части, поэтому такие, как бы, такая нагрузка как бы однозначно не будет. Характерный момент в том, что нет подпорного грунта. Если бы он был, если бы был, он бы давил на это полотно, и оно бы не разрушалось. Но здесь еще не самый страшный момент. Где-то есть перепады, Павел Степанович, вот это по ребрикам, да, и нижние условия до 20-25 сантиметров. В каком году вы сделали ремонт? Ну, это года три назад, не больше. На все объекты 5 лет гарантии. Если имеет место быть, однозначно мы обратим внимание. Ну, хоть так завелось. Вовремя не был подсыпан грунт здесь, и до сих пор его нет. Это значит, разрушение будет и дальше. Вот он здесь битуму налил, спас положение на какое-то время. И все. Комиссия приняла, а все равно дефект остался. Вот он участок, вот это, кстати, да, и мы из него губы делаем, да? Который участок? Подавили, но любовь лучше надо делать, нельзя оставлять. Вот она, колея есть. Ну подремонтировать надо, да, конечно. Да, вопросов нет. Это я ясно, что все пойдет колесо. Дальше пойдем. Нет. Ведется. С другой стороны сделана огромная работа. Обратите внимание, там мы сейчас пройдем, специально остановимся. То, что было, что есть. Если мы все вместе будем убираться, то у нас парки будут идеальным красивыми. Здесь проходит теплотрасса. Вот она. По этой линии. Здесь копали. В прошлом году собирались вот в том участке. Вот эта работа была восстановлена, но однако земля просела, опять пошло туда. Исправлять их надо, чтобы они исправили? Ну конечно, только... Мы про это и говорим. Помойка. Просто чистая помойка. Землей засыпать, я прошу, просто землей. Не делали ремонт, отсыпка. И вот она, смотрите, до самого конца. Обратили внимание. А, ну что, это уже был устройство. Мы с депутатами, с общественниками, с общественной палатой провели осмотр дорог, тротуаров, преимущественно те, которые у нас попадают под гарантийное обслуживание. Акцент, в принципе, я бы мог поставить на трех моментах. Ну, первый момент – это, конечно же, дороги надо обслуживать. Мы здесь вот с общественниками про это говорили, что дороги должны обслуживать, проливать щели, вскрышные работы. Здесь целостность асфальтового покрытия теряется, и, соответственно, уже где-то провалы, где-то некачественный ремонт. Мы мониторим состояние дорог, вновь отремонтировано. К сожалению, кое-где были зафиксированы места, мы как делали в прошлом году замечания по тем или иным недоработкам. Так, в общем-то, к сожалению, они остались без изменений. Ну, в общем-то, нас администрация уверяет, что претензиозная работа ведется с исполнителями, так что надеемся, что все будет сделано. Ну, и, безусловно, от себя могу сказать, что вообще качество все равно растет. Наша городская территория значительно преобразилась. Улучшилась дорожная городская сеть. За последние годы очень много построено новых
тротуаров и пешеходных дорожек, но тем не менее все это надо содержать. И первое требование подрядчикам — это чтобы на протяжении 5 лет без наших упоминаний, без наших замечаний, они должны осматривать свои объекты, которые делали, и, если есть необходимость, устранять какие-то возникающие дефекты. А из-за погодных условий просто и время проходит, такие вот дефекты появляются или на дорожном полотне. Но хочется все-таки отметить, что те подрядные организации, которые брались за дело, они свою работу выполняют уже очень качественно.